Тоже одна кастинская фигурка. Называется Петька футболист. С мячом. Юноша в форме такой. В спортивных трусах. Тоже вот клеймо косли. Сейчас длину померим, сколько она должна быть. Ну, длина получается 185 миллиметров. Мяч тут. Такая хрупкая фигурка. Бывает, с поломками встречается. Но это целое. Маленько шатается, но это я закреплю все. Тут болтик шатается, но ничего страшного. Пожалуй, все.